Валь, товарищ подполковник. Заходи. Вызывал? Заходи. Завтра на рассвете учения начинаем. Гамми южный. Есть. Гриф северный. Есть. Карты внутри. На выполнение задачи. Световой день. Так точно. Точно. Свободны. Есть. Ну чё, воюем? А то, смотри у меня. Ой, ты меня напугал. Тебе с твоими бойцами только сгущенку охранять, а не боевые задания выполнять. Ну, положим, что сгущенку тебе охранять. Смотри в оба, как бы не только ее просрали. Да? Ну, давай завтра и посмотрим. Посмотрим. Значит так, для выполнения поставленной было задачи, нам необходимо разделиться. Владик, Кинг-Конг со мной. Остальные выполняют отвлекающий маневр. Старшей группы Дэн. А пошалить можно? Аккуратно, и то без потерь личного состава. Есть без потерь. Ну чё сидим, пошли шалить. Шуметь. Понял. А наша задача – захватить флаг. Встали. Это подъем! Выходим строиться на план! Целая толпа. Как мы задание это выполнять будем? Не сы в трусы. Возьмем не количеством, а умением. Скоро в лагере обед. Наши должны успеть шумить. Тут-то мы и выступим. Ты вандурист. Отставь болтовню. Переходим. Бодрит. В самый раз для понятия боевого духа. Пошевеливаемся. Ты не понимаешь, что происходит? Где активные действия стороны?
Организовали охрану периметра сел на второго города. Сейчас готовлю людей для прочесывания района возможной атаки. Хорошо, у вас что? Еще не есть, что вас пока. Если в течение часа не будет активных действий, пойдет за считай северным. Понял. После обеда в тенечек и поспать, жарище. Какой сон сегодня, игры? Игры, наше дело обеспечение. Это что за хрень? Где? Вот. Стой! Стой! Пойдем разберем. Пошли. Стой, мы не вооружены! Тихо. Спокойно, не без оружия. За что? Тихо, легче. Внимание, группа. Расползлись. Интервал 20 метров. Двигайся максимально скрытно. Встречаемся у периметра лагеря. Напротив меня остановись. От удара. Вот, рассредоточимся по полю. Дистанция 5 метров. Двигаемся предельно внимательно и осторожно. Товарищ капитан, второй взвод поисковой операции готов. Разрешите приступать. Приступайте. Так точно. Вот! Шазам! Уж Герман близится, а полночи все нет. Вон и обед едет. Чую я, скоро твое поражение. Это мы еще посмотрим. Жрать-то как охота. Хочу купить Мерседес, но нет такой возможности. Есть возможность купить Приору, но нет никакого. Хватит философствовать, лучше нагнись, попробуй развязать. Может, лучше ты? Ну или так. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Разрешаю. У продовольственных складов диверсия. Рота, тревога! Нападение на лагерь! Занять оборону, диверсантов окружить и ликвидировать! Свободен! Ну что, Гриф, сгущенку сперли? Хреново охранял. Ну что будем делать? Походу сдаваться. Вот еще. Мы еще повоюем. Мою задачу мы выполнили. Пошумели и пошалили. Теперь можно сдаваться.
Бойцы армии Южных, вы окружены. Сопротивление бесполезно. Предлагаю сдаться. Я думаю, все понятно. Бойцы, поражение нужно принимать с честью и достоинством. Выходи строиться. Товарищ подполковник, задача выполнена. Считаю победу Северных. Ну, теоретически. Свою задачу выполнили, хоть и с потерями. Так, обождите. Разведчиков было шестеро. Я наблюдаю только троих. Старший, ко мне! Товарищ подполковник, разрешите обратиться к товарищу капитану? Прощайся. Товарищ капитан, старший разведгруппы по вашему приказанию прибыл. Где еще трое? Гами, это не твои бойцы с чужим флагом на пробежку вышли? Ха, нашлась потеря. Товарищ подполковник, я так понимаю, победа все еще у Северных? С учетом сложившихся обстоятельств. Спасибо, товарищ подполковник. Южные! Ура! Ура!